Всем привет! С вами Веломода, и сегодня мы рады представить вашему вниманию велосипед KHS Elite 350. Это велосипед классика, велосипед на 26 колесах. Это классический кросс-контрийник. Хорош он тем, что у него хорошая алюминиевая рама с гидроформингом, очень интересная верхняя труба, вот такого вот грушевидного сечения. Вверху она полностью плоская. Нижняя труба также идет с гидроформингом. И велосипед получается очень симпатичный. Отмечу, что это глянцевое покрытие. Очень красиво смотрится. Безусловно, добавляет этому велосипеду особого шика. Велосипед, в общем-то, начального уровня. Но, тем не менее, на нем уже стоит хорошая, качественная трансмиссия. Вот, например, задний переключатель Shimano Acera. Очень хороший переключатель. На 8 скоростей, на 8 звезд. Вот здесь вот кассета стоит. Дисковые тормоза. Это дисковая механика, бенгал. Роторы по 160 мм. В общем-то, хорошие, качественные, надежные тормоза. Чем еще выделяется этот велосипед? Это вот такая вот система шатунов Suntour XCT на 3 звезды. Передний переключатель Shimano Altus. И, конечно же, его вилка. Вилка здесь не простая, а вилка спиннер с локаутом. Отмечу, что локаут здесь работает просто-таки отменно. Это гидравлический локаут. Поэтому он всегда возвращается в исходное положение и блокирует просто намертво. Очень хороший локаут, хорошо работает вилка. Вот это вот, пожалуй, очень важная отличительная особенность данного велосипеда. В остальном это классический контрейник. Здесь покрышки стоят Кенда, брендированные KHS. Обода здесь Вейнман, двойные, XM25. Монетки здесь идут от Shimano Altus, 3x8. Ручки тормозные полностью металлические, бенгал. Ну и, в общем-то, вот такие вот довольно-таки мягкие грипсы. Все это делает велосипед очень привлекательным, очень симпатичным. К тому же цена на него сейчас более чем приятная. Вот такое вот мягкое седло будет приятно любителям комфортной езды. Поэтому не пропустите свой шанс. Заходите к нам на сайт, изучайте новинки. Я думаю, вы останетесь довольны. Всем спасибо за внимание. Пока.